Zara, Adidas, Puma, Nike. В регионе планируется выпуск продукции, не уступающей по качеству таким мировым брендам. Для этого привлекаются специалисты, которые работали в данных международных компаниях. Руководство колледжа Бедкайнар в Кордайском районе заключило контракт с иностранными специалистами. Это новый швейный цех, который собирается открыть колледж Биткайнар Курдайского района. Предприятие оснащено оборудованием современного типа. На производственном предприятии имеется 44 швейных машинки. Сейчас ведутся работы по их сборке и установке. В швейный цех принимаются на работу не менее 70 жителей района и студентов колледжа. Их первоначальный размер заработной платы составляет 150 тысяч тенге. Согласно объемам заказа, в дальнейшем заработная плата рабочих будет повышена. Бул маселе колга алынгалы бер карай казыр бизге 4-нчи ай. К нам приехали специалисты из Кыргызстана. Они нас обучали и ознакомили с работой машинок. Теперь мы знаем, как ими пользоваться и обслуживать их. А опытные специалисты, работавшие за рубежом в филиалах известных компаний, учат портных тонкостям шитья. В течение года они будут совершенствовать свое мастерство. Мы оборудовали эту фабрику всем необходимым оборудованием. Для этого изучили опыт цехов и швейных фабрик Бишкека. В этом нам помогли турецкие партнеры. Также главной целью является создание отечественного бренда, а также экспорт одежды. Ильдар Гизатуллин, Айкон Ахпарат.